В Волгограде прошел футбольный турнир, посвященный памяти рекордсмена Ротора по забитым голам в чемпионатах СССР Александра Гузенко. В состязаниях приняли участие 8 команд. Площадкой соревнований выступил спортивный комплекс «Зенит». Турнир, посвященный памяти легендарного нашего нападающего Александра Васильевича Гузенко. Человек, который внес весомый вклад в развитие футбола в Волгограде, который был примером для всех. Еще мало кто знает, что он еще мастер спорта, не только по футболу, еще он мастер спорта по танцам. Поэтому этот человек был уникальный, доброй души. Принять участие в турнире могли футболисты старше 37 лет. Каждая игра состояла из двух таймов по 15 минут каждый. От одной команды на газоне располагались 5 полевых игроков и вратарь. Среди участников соревнований присутствовали сотрудники волгоградских предприятий, ветераны Ротора и журналисты. Александр Васильевич, мы с ним даже, когда он закончил футбольную карьеру, я, будучи молодым, выступая за команда журналистов, мы неоднократно с ветераном Ротора встречались, и он был на поле. То есть я его и в жизни очень неплохо знал, и на поле мы играли. Он легендарный футболист, целое поколение болельщиков выросли на нем. Турнир посетили и почетные гости, в их числе легендарный руководитель Ротора. Техничный и, главное, преданный волгоградскому футболу человек. Поэтому вот эта память, устроителям надо сказать спасибо большое. Любое какое-то событие, связанное с нашим городом, это событие, которое, еще раз повторяю, оно только укрепляет, оно воспитывает молодежь. Ну, без чувства долга, патриотизма, ну, нет страны. Добавим, что 19 ноября также на газоне спорткомплекса «Зенит» пройдет турнир, посвященный памяти участника легендарного матча 1943 года между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» Василия Ермасова. В состязаниях примут участие футболисты старше 60 лет. Игорь Ячменев, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1».